Добрый день, дорогие друзья. Сегодня поговорим о такой проблеме, как что не грузится или не можете загрузить сервер на игре Battlefield 2, ну или вообще Battlefield. То есть данная игра либо у них не обновляются сервера, либо происходит сбой в как, ну, при установке игры. В данном случае я буду показывать на примере Steam. Если есть кого-то, ну, пиратка, или вы скачивали с интернета, можете попробовать тоже. Должно, то есть, у вас получиться. Для этого мы заходим на такой сайт, как PunBuster. Вот. Здесь, кстати, можно обновить сервера не только на Battlefield, но еще на тех играх, которые представляет данная компания. Вот. Заходим в PBSitup. Вот, и скачиваем для всех игр для Windows, то есть игры, вот, скачали. Так, извлекаем. Ну, давайте на рабочий стол извлечем, нам проще будет. Так, извлекли на рабочий стол, вот она у нас есть. Теперь мы находим папку, где у нас находится Battlefield. У меня в данном случае она в Steam. Ну, вы ищете там, куда устанавливали вы, если скачивали с интернета. Заходим в Steam Apps, нажимаем Command, заходим в Battle Bad Company. Нам нужна папка PB, вот она. Зашли в папку PB и перетаскиваем наш PB Setup сюда. Вот. А дальше что? Ну, у меня он есть просто, ну ладно, я покажу. Дальше мы запускаем от имени администратора, но желательно, наверное, отключить все-таки на всякий случай антивирус, потому что некоторые антивирусы могут просто заблокировать, так как будет посчитать, что это спам либо вредоносная программа. Запускаем от имени администратора, нажимаем Agree, вот, нажимаем ОК. Так, ну в данном случае у меня, как вам сказать, она уже есть. Так, то есть я уже ее установил, в принципе. Возможно, у вас совсем должно. А вот, извиняюсь, вот она мне все-таки открылась. Вот открывается такое окошко, и сейчас мы нажимаем Add Game, выбираем нашу игру. В этом случае мы выбираем Battle. Так, меня чуть-чуть затормозило, да? Открываем Battlefield Bad Company. Но здесь, как видим, есть еще и не только. Есть здесь и Arma, есть здесь и Battlefield 4, и Battlefield 3, то есть и еще даже Far Cry есть. Ну, не столь важно, ладно. И нажимаем Add Game. Вот здесь у нас обновится в данном случае. У меня не отвечает, возможно, потому что у меня уже установлено. У вас обновится она. И можно запускать игру. Так, ну ладно. Сейчас вот, видимо, она обновляется. Сервера обновляются. Может быть еще причина такая, что при установке у вас какой-то был сбой, либо вы неправильно что-то сделали. Ну, короче, установили, и какой-то, либо, может, поврежден файл был в данной папке. Я вам посоветую, потому что много возникает вопросов, то, что некоторые устанавливают, пишут, что, ну, не устанавливается. В данном случае, возможно, это будет и как в Steam, так и на пиратских. Вот, все, мы сделали. Да, я вам как посоветую. Надо будет зайти в PB, удалить PunBuster старый, то есть, возможно, проблемы в нем. Просто его удалить и заново попробовать установить скачанный новый PunBuster туда же. Но если это не получается, можете сделать, удалить игру и переустановить ее, то есть заново переустановить.
Потому что в данном случае ПБ вообще по сути должна устанавливаться вместе, это бомбастер вместе с игрой. Ну вот бывают такие моменты. Так что сначала попробуйте удалить в папке ПБ старый бомбастер и загрузить новый бомбастер. Либо переудалить игру и заново сделать эту процедуру. Ну, на этом, наверное, заканчиваю свое видео. Кому это помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всего вам хорошего. До свидания.